Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эвид, я из Индии. Сегодня я на прекрасном пляже, известен как пляж Мандрем. Итак, позвольте мне дать вам подробную информацию об этом пляже. Пляж Мандрем расположен в Северном Гоа, очень близко к пляжу Рамбол. Большинство иностранных туристов приезжают на этот пляж, потому что этот пляж находится далеко от города. Индийские туристы называют этот пляж и пляж Рамбол русским пляжем, потому что рядом с этими двумя пляжами живут наши туристы, приезжающие из России. Теперь я знакомлюсь с моим русским другом, который занимается бизнесом в Гоа и живет в Гоа с своей девушкой. I think I know you. Hey, Baba, how are you? Как дела? Enjoy, enjoy. С Элиском я сделал видео. Прежде чем вы можете узнать, как вы можете вести бизнес в Гоа. Если вам понравилась сегодня снаяя попутка искажат об Индии, то поставьте лайк и подписывайтесь и не забудьте поделиться с друзьями и семьей. Спасибо за просмотр.